Аха усиленными темпами готовится к празднованию предстоящего 75-летнего юбилея города и 85-летнего юбилея нефтяной промышленности. Реконструируются дороги, обновляются фасады зданий, строится множество новых объектов. Появляются яркие баннеры, красивые клумбы, а улицы становятся чище и опрятнее. К празднику планируется завершить реконструкцию улицы Ленина. У ахинцев есть свои пожелания по поводу проведения праздника. Хотелось какую-нибудь программу праздничную. Хорошую, чтобы была. Хороший салют. Для детей побольше сделали бы конкурсы, каких-то мероприятий. Чтобы было торжественно, празднично. Все-таки такой юбилей. Чтобы не было никаких несчастных, там, не дай бог, случаев. Чтобы более усиленная была безопасность организована в городе. Хотелось бы, чтобы гуляние было в пределах разумного. Чтобы действительно, ну и чтобы вели себя лучше там люди. Не били стекол. Чтобы алкоголь запретили продавать. Чтобы конкурсов много было, концертов, звезды, чтобы приезжали. Главные праздничные мероприятия ко дню города и нефтяной промышленности состоятся на площади нефтяников. Ахинцев ждут выступления звезд сахалинской и российской эстрады, игровые и развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, посвященные юбилеям. Кроме того, организаторы обещают горожанам некие сюрпризы, однако какие именно, сегодня пока остается в секрете. А накануне, 30 августа, в выставочном зале пройдет презентация фотовыставки «Нефть и люди Сахалина. Фотоистория». Затем торжественное собрание. В стенах районного дворца культуры для ветеранов отрасли состоится концертная программа и праздничный фуршет. На 31 августа для заслуженных нефтяников запланирована экскурсия на месторождение Адапту-Море.